привет, зритель. Обзор курточки. Ух ты, я только сейчас заметила, что тут эти фиговинки запечатаны. Их надо распечатывать. И в таком бригаде на улице не пойдешь. Курточка новая, 815 рублей, кажется. Артикул я потом оставлю в инфобоксе. Если интересно тебе артикул, ты можешь зайти в Инстаграм. А самые первые зрители и подписчики этого канала увидели меня в этой курточке. Те, кто подписан на мою телегу. Вот так. Она как бы с поясом. Но мнения разделились в Инстаграм. И вот у моей тети она считает, что лучше без пояса. Если что-то толстенькое одеть, то да, лучше без пояса, потому что, ну, я думаю, пояс там как бы не к всему не городу, а если вот как сейчас, или что-нибудь такое тоненькое, то оно вполне себе такую талию рисует. У меня там еще несколько шмоточек будет новеньких. Я их тоже продемонстрирую. А сейчас вот только вот разбиралась в шкафу и как бы... Это джинсы. Я в них ходила, потом они мне стали широки, по-моему, год назад. Я купила другие джинсы. Сейчас они, в принципе, мне до сих пор слегка широки. Но благодаря поясу в них еще можно ходить. Ну, не на, как бы они не сваливаются благодаря поясу. Ну и как бы это... Я вот решила померить. Большой пакет я забраковала, у меня куча шмоточек пошло на тряпочки, часть шмоточек пошло на выкидку, и 3 свитера ушло, уедет в деревню на следующий год. А, да, вот тут вот такие вот, где есть кнопочки, где нет, такой вот дизайн. Можно вот так вот ходить. Не застегивая руку. Ни там, ни тут. Следующая будет курточка со шмоточкой, и потом эта шмоточка отдельно. Ну или наоборот. Так что не переключитесь. Продолжаем пока с мод. Короче, вот свитерок, который джемпер. Который, как его там, водолазка, которую я тут тоже заказала. Кстати, того же продавца, производителя, шо и курточка. Сейчас я шастала по делам, скажем так. У меня еще были сапожки высокие под джинсами. Я поняла, что надо ходить без ремня. Просто я его забываю одевать. Может, потом как-нибудь. Был еще шарфик, потому что мне кажется, что вот тут это вот мало ли что продует. Довольно тепло, кстати. Вот мне, ну, у меня под свитером еще и маечка небольшая. В сравнении с тем, что я вчера засняла, мой живот уменьшился. Если у вас проблемы с пищеварением, то вы меня понимаете. А если вы просто тупая хейтерша или хейтер, ну, значит... Вы не поймете. Короче, вот тут у меня этот джинсики. Сегодня они вообще на 12 или 13 дырку закрыты. Слава соку из тыквы и яблока. Тут у меня носочки. Одни, короче, сейчас на мне черненькие. Это носочки Оди. Они вообще Оди, я их так называю. На момент Японии, ё-моё. Кошка в пакет залезла. Белые носочки. Желтые носочки и черные носочки. На мне довольно плотные, хорошие, как раз вот на демисезон. Ножки будут теплые от них. И просто еще носочки по 90 рублей, кстати. Ну, грубо говоря, 30 рублей парочка. Тут три пары. Вот они такие. На 35-й тире какой-то там еще. 35-37 размер. Ну вот кофточка сама по себе. Очень мягкий такой материал. Тут хлопок, что-то еще. Лямка у меня свалилась. Длинные рукава. Мне кажется, у меня что-то подобное когда-то было. Только, возможно, цвета другого.
Мягкий такой, в общем, материал, очень приятный, теплая. Хоть я ее на майку одела, я думаю, что можно было и без майки. Куртка эта, хоть и кажется, что тоненькая, но теплее, чем вот моя фиолетовая, в которой я в сад езжу и на велике там куда-нибудь. Очень клево, короче, мне нравится. Там еще придет шапочка, топичек, я их тоже обозрю. Это, наверное, будет день третий, уже завтра. Потому что они как бы пришли, но мне уже было не дойти. И я, наверное, сейчас тебе, зритель, покажу кошку, если она не убежит к моменту, когда я камеру сниму и поднесу. Пакетик. Пакетик интереснее, чем домик, да? В домике, правда, она уже как бы сидела вчера. Даже немножко спала, но в итоге я проснулась среди ночи, а она спит на мне, на кровати. Вот носочек кому не сделала. Не хочет носочек отдавать? Не хочет отдавать носочек? И такая кошка. Кошка уже порвала пакетик. Хороший пакетик был. Вообще, Алиска, ну что ты такое нафиг, а? Кошка-бормошка. Такой хороший пакетик порвала у хозяина. Носочки эти, носочки. Да, черненькие были с набором, белые и желтые. Куйточка. День третий, привет, зритель. Она только-только с Вайлдберриз, еще я ничего не снимала с нее. Вот, вот такая шапочка. Правда, без зеркала-то делать как-то никак, не совсем то. Я сейчас гляну у тебя в зеркало. Вот шапочка. Можно сказать, законченный образ. Да, я решила без пояса одеть, носить, потому что тут надо было быстро добежать до родственников, и я только уже на улице поняла, что я не застегнула этот ремень, который тут пристегнут. Не надо от меня когти тащить, глупая кошка. Шапочка. Я потом вблизи камеру просто поднесу уже к самой шапочке без своей головы, чтобы увидели тех, кто не видит. Если кому интересно мой прикид в сапогах, дайте знать, я потом отдельный ролик запишу. Сначала хотела в них записаться, а потом думаю, блин, у меня они грязные, их надо будет сначала помыть. Шарфик еще с Light in the Box, ему лет 10 уже. Маечка, конечно, конкретный полиэстер. Ну, на лет, в принципе, нормально, он как шифон. Да, он шифон. И сейчас она чисто на голое тело. Если ты подписан на мою телегу, то видел фоточки, там маечку я мерила. Вот на эту маечку. Оди. Ей 300 лет в обед. Я ее вроде вообще на Озон покупала. Это все Свайберис. Все шмоточки Свайберис. В инфобоксе я оставлю артикулы вещей. Кому интересно, гляньте, если может себе закажете. Это 44-й, так же, как курточка и свитерок. В общем, вот так я обновила себе гардероб с денежек с Ютуба. Спасибо тем, кто смотрит рекламу видео. Спасибо тем немногим, кто периодически поддерживает меня платной подпиской. Если вы хотите получить чаще ролики АСМР или мукбанги, то можете подписаться на мой канал. Это меня мотивирует чаще и снимать. Если хотите, чтобы ваш ролик запрос пришел быстрее, чем, допустим, ждать 300 лет, ну не 300, конечно, но недели 2, 3, 4 месяца, 2 полгода, вот, то можете подписаться на второй уровень. И вы меня мотивируете снимать ролики чаще, особенно ваши запросы. Ну и ваш ник будет указан в титрах. А если вы просто хотите меня поддержать, если вас чуть побольше наберется, чем 2 человека, чем 3 человека, то вы сможете участвовать в стримах по ссылке. Да-да, я их давно не делала, но смогу при случае возобновить и еще пользоваться стикерами. Я думаю, видно, как эта дурында меня пытается грызть. Ну, в общем, мы с этой царапучкой желаем вам пока! Пока, зритель!
Да-да, по скриптум, чуть не забыла. Шапочка. Вид сзади. Мне так очень понравилось она. Самая первая она понравилась, хотя отзывы на нее были, ну, такие себе. Тут стразики. Ага, снимаю на руке. Ну, а теперь пока тебе, зритель. Не забудь поставить палец кверху.